Каля возера Мох на одном из уездов у городский поселок Лельшицы ведется широкий фронт работ. Несколько месяцев тому мясовые жихары выступили с инициативой о будовництве детячих пляцовок и альтанок на территории, якая не выкрестовывалась. Идею одразу ж потримали у райвыконками и районным совете депутатов. Здесь будут расположены детские площадки, будут установлены беседки при поддержке наших лесхозов, будет сделан пляж где-то вот в том районе. Ну, соответственно, вот устраивается тротуарно-пешеходная дорожка. Великая системная работа проводится и поза межами районного центра. У сельской мясцовости по ранейшему пытанию сносу пустого старого жилья мае приоритетное значение. Только за гэты год было снесено больше за 230 таких будинков, а маль полова у Буйнышским сельским совете. Головная умова, каб после проведенной працы земля не пустовала долгий час, а починала як мага хутчэй приносить корысть. Только за этот год у нас уже снесено 93 дома, высвободилось у нас 130 гектаров земли, из которого уже 30 гектаров земли вот введено в сельхозоборот, и остальная в лесохозяйственный оборот передана. Усяго ж за апошние годы на территории сельсовета было снесено каля 300 старых домовладаний, что дозволило вызволить и в дальнейшем эффективно выкористовывать больше за 500 гектаров земли. Однако покуль праца цалком не завершена. Нередко возникают проблемы с уласниками жилья. Долгий час потребуется для пошуку господаров, а без дозволу немагчыма пачаць працу по зносе непридатного для жыцця дома. Сегодняшний день основное большинство населения отказываются от своих домов, даже и наследники, которые не вступили в свои права. Вместе с тем, есть такие случаи, когда мы вносим дома, включаем дома в регистр, проходим полностью всю процедуру до суда, и уже после решения суда, получив распоряжение административной единицы, принимаем решение в отношении этого дома. В большинстве своем такие дома принимаются решения их сносе, потому что их внешний вид и время того, когда были не построены, они уже не соответствуют требованиям санитарных норм. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Лельшинский район.